Здрасте. Да. Ну, я аптека тебе. Я этот, мирный. Что, катаемся? Как? Я говорю, что катаемся, все поздний час. Да ждал, стоял там, военная операция какая-то была, блядь, пластались, я чтоб газ переработать, заебался, стоял, ждал. Денежки готовы отдать? Конечно. Крамер. Это я первым делом всегда готов. Дружище. Да-да-да. Меня слышно? Денежки готовы отдать? Да-да-да, конечно. 1 миллион. Да, естественно. Только давайте что-нибудь 1700 хотя бы. Я вообще сегодня ничего не это не заработал. Я тоже ничего не заработал. Я просто тупо вот стоял, копал полдня, полдня стоял, ждал, пока операция военная пройдет. То есть особо-то это. Не нажор сегодня у меня. Да. Ребята, что с вещами? Алло, вещами, молчи. Говорю, что? Молчи. Жить хочешь? Сиди, молчи. Там что за техника? Везем его. Идем, тут Г, готов бабки заплатить. Чем дальше по трассе? Полкилометра вверх. Не успели. Он закрыл. Так я давайте вам ключи дам, если что, у меня газ там. У него газ, у него газ. Бля, а пацаны меня сейчас далеко увезете, у меня там тачку-то спиздят, блядь. Там наши люди переживают. Еще как бы уже дождик надвигается. Успеешь, когда неси. Что вы, сука, смотрите, я уже год не мал. Чё тут ищешь, ты? Нет, чё? Я предлагаю молос нести. Да, я внутрь. Добро, мы пока разбираемся с двумя. Что значит, так? Один, значит, готов 700 тысяч заплатить, второй миллион, да? Хорошо, так и запишем. А то денежки в таком случае. Дружище, который там 600 тысяч годов заплатил. Да, да. Ты так твою жизнь остановишь и твою машину? Ну. А что такое? У тебя больше будет денег. Либо ты отдаешь миллион, либо ты теряешь. Бля, пацаны, ну какой миллион? Вы что, я говорю, полдня, короче, копал, полдня стоял, ждал, пока военные там пластаются. Я понимаю, вы как бы за счет меня все проблемы махом хотите порешать, но мне-то тоже как-то что-то кушать надо. Заберите груз, что там миллиона на два груза. Семьсот тысяч, я считаю, нормально. Считай. Работал я один, а треть навара забираете вы, как бы. По-божески, нет. И отдает уран. Вот, как, ну, машину оставь.
Сейчас мы с ними быстро порешаем и все. Нет, снимай. На прицеле держи его. Снял. Так, денежки. И давай. Быстро, быстро. Да я понял, сейчас. Миллион 700 в общем вышло. Еще 1000. Еще 1000? Еще 1000. Офигеть, может. Да-да-да, все на копеечке. Снимай. Если ты хочешь, все заплатишь. Я заплатил уже все. Хочу жить. Все, свободен. Так, кому? Скакали, когда бежишь. Мне переводим. А, этот, сейчас. Быстрее, быстрее, дружище, быстрее. Здесь твой лут. Времени мало. Быстрее. Хоп, пойдет. Все. Приятно познакомиться. Грамотно работает, блядь. Чьи вещи твои, мои? Бахуй знает, позырь. Нет, кирка это твои. А, подожди, топор. Мешок. Чье это? Это твой, у тебя был мешок? Сейчас посмотрю. А? Ну да. Подожди, я не пойму, это мои или нет? А, ну все, одевай. Мои, походу, там, суки, оставил. Не мои. Ну да, рюкзак не мой. Бля. Сука, свозил груз. Че, на сколько попал? Где здесь телефон автомат? Да, на лямп попал. Где здесь автомат? У тебя карта есть с собой? О, сейчас подожди. Пиздец, что жил-то зря. Есть с собой карта? Да, сейчас. До телефона автомата, слышь, как-нибудь. Хотя бы такси вызовешься. Ох, ебать мой хуй, где мы? Вот, сука, гондоны, а. Где? Кто нас? На вербовке по стан ДП-17 за молосом, блядь. Нихера себе. Прикинь, телефон автомат. Твари ебаная, а, блядь. Или это, вызови там, не знаю, такси. А нету рации-то, блядь. Рации нет? Ну спиздили рацию. Так мы на постанке, блядь. Ничего не купишь, да? На, волчары, сука. Есть кому написать? Ага, не с чего, да? Написать. Нужен этот, телефон-автомат, блядь, давай так найдем. По-любому батарея. Три восемьдесят восемь. Ну пиздец едет, хуля.